А сейчас о новинках Telegram. В основном приложении Telegram, синий конвертик, мы заходим. И смотрите, внизу справа у нас есть голосовое сообщение, мы можем отправлять. А сейчас появилось и видео сообщение. То есть, нажав вот на этот квадратик, оттянув его в чуть вверх, мы закрепляем камеру, можем на нее наговаривать любую информацию, если нам что-то не устраивает, мы можем сделать отмену, либо, нажав на конвертик, отправляем ее в чат. Вот запись сделали, она ушла. Кроме того, долго удерживая запись, мы можем ее переслать в любой чат, либо удалить, нажав на корзину. Дальше, еще интересная фишка. Когда мы нажали на наше видео, просматриваем его, смотрите, что получается. Его в четверг. Просматриваем. Мы закрепляем камеру, и можем пошли на нее наговаривать любой чат информацию, если нам что-то не устраивает. Сами мы смотрим можем видео. Отмен. Дальше. Возвращаемся сюда. Что еще здесь интересно? Когда мы делаем сообщение, смотрите, нажимаем опять на камеру, у нас слева внизу есть значок задней камеры. То есть вот смотрите, я нажимаю и могу показать все, что происходит вокруг. Вот таким образом. Вот это интересное приложение Telegram, оно делает очень много нового для нас, и мы этими новинками пользуемся. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube и пользуйтесь этими новинками приложения.